Давайте в бар сходим. Новое открытие последовательность. Сломай манекен. А, ну у меня как в доп. Обучалку. Удар оружием плюс один. 6, 8, 7. Блин, не прочитал, что там было написано, но... Фига себе. Ты что за гигауешка и чеснок какой-то открыл? Хорошо, игры с дисков, которые надо было на вторую сторону поворачивать. Ну, я говорю, сторона А, сторона Б. Видимо, так оно и есть, да? На тебя. А, у меня пока один синий удар. В этот раз будем синим ударом играть, да? Ну или цифры будем набирать, не знаю, пока непонятно. Радиус ударов атаки буквально самая важная хрень. Блин, это же таки крит урон, кстати. Растяжка. Ну, крит-шанс тоже хорош, но хз. Почему диски? Не VHS. Вообще, да, кассет скорее. Мне кажется, на дискетах такое было. Я, кстати, такого вообще не помню. Так. Апперкот или передний апперкот? 1-2. Звучит неплохо. Урон 110, радиус 45. Радиус 90. Ну, чем больше радиус, тем лучше. Я не знаю, дискет надо было переворачивать еще. Бонусы удара. Ладно, давай 1-2, допустим. Последовательность. Открылся бэкфист. Неплохой так-то удар. Передняя... А, так это, наверное, именно за сочетание так сработает, да? О, 50 радиуса подбора, фига себе. Стулья еще и... толкаются туда-сюда. Аналог Хейдеса во вселенной Калисты Протокол редактор не пробовал. На редактор я запросил ключ, но... Так и не пришел, короче, не прислали. Поэтому пока не стал в нее играть. Стоит она довольно дорого, что-то около $14, по-моему. Если я не ошибаюсь. Ну и Калисты Протокол, конечно, это смешно. Клюв ястреба. 1-2-3. Не, ну поехали. Кто-то в меня там бутылки кидает, вот этот чел сзади. Ну, конечно же, урон обычных ударов. Обычными ударами чаще деремся. Так, а что с мусоркой? Просто тоже кинуть, как этот, да? Довольно часто начали уже... Вот ты, а ну сюда подошел. Есть. Как удобно, что стулья аккуратно ставятся на ножки. Радиус объектов окружения. Блин, вот это как будто бы неплохо на самом деле. Потому что они сейчас кровоток накладывают. О нет, какая плохая атака. Ну давай возьмем 11-ю. Синяя не пришла, к сожалению. Ой, палка прям больно бьет. Жадность, да.
Реролов, ну, пока, наверное, нет. 7 крит шанса берем. Редкость уже по чуть-чуть работает пока что. Да. Бабочка. Ой. Уже 11, кстати. Радиус 360. Фига себе. Угу, понял. Мощно. Я все еще вообще, по-моему, не взял регена, а мне уже, у меня уже хп заканчивается. Надо это, надо искать. Где-нибудь найти. 60, то по силе он, наверное, как чеснок вампир. Возможно. Еще немного удачи. Пивас! Так, в закрытой комнате. Я все еще не могу пройти, а там, блин, пистолет и еда. Эх. Оп, и правда автомат можно сломать. 10 полумесяц. То, что надо. Почти фулл сочетание синих атак открыто. Еще криты берем. Вот этого чела надо убить, босса. Жесть, красные какие-то эти пошли. Стрелки тоже. Эть, больно. Больно. Разрыв, критический урон берем. Еда! И причем на фул прохилился. 12, апперкот. Удалить удар в живот, да. Продолжить. Фул стак зеленых ударов. И почему-то как-то ачивку мне за это не дали. Была, да? Очень важно босса вбить. Да, да, усиление здесь хорошее. Аж 3 вон, 3 бонуса дали. Скорость движения взять. Допустим. Блин, или лучше... Ну ладно, давай чуть-чуть. Тяночка с ножами. Сюда ты... Сюда подошла. Ага, хилочка. Пока лучше не брать. Ну, еще немножко этого. Флаг... Зона с флагом? Думаешь... А, где я? Не увидел. Ай. Тут трубу, что ли, взять? А, вон вижу зону, да. Угу. Качаем. Окей, плюс просто 20 хп пойдет. Полоска просто увеличилась. Интересно, она может вот до сюда дойти? О, зеленый лучше. Плюс шанс крита сюда или шанс крита всему? Блин, ну, сори, но как будто бы шанс крита всему полезней. Mm-hmm.
Там какие-то обычные офисные работяги пришли с кейсами. Кассету? А я вот смотрю, что он делает. Надо взять? Может быть. Полумесяц, зеленое улучшение, причем скрыто, берем. Жаль, что это не как два улучшения. Чё, кассета? Взял. Собери 6 видеокассет. Ага, хорошо. Какие-то небольшие квестики, да? Поехали. Я, по-моему, снизу еще одну такую же видел. Ага. Так, не забыть, что там есть еда. Я в этой части бегал, но... Кассету не уверен, что здесь была. О, банкомат. Сетка. Ау. Так, кола. Это какой-то супер удар у нас был, да? Помните? Надо сейчас его взять и вправо, типа, прыгнуть. Кайф. Флаг открыт. Суперударами убили врагов. Отлично. Пока прям чело выиграется. Несложно, да? Ух, какой радиус сбора хорош. Так, кассетка. Третья есть. Четвертая. Пистолет, блин, не бери только пока что. Но попозже оставлю, может пригодится. О, 6 кассет. Это вот квестик выполнен, да? Так, вот этого мужика надо бить. В принципе, можно сейчас. Хера его долго бью вообще. ХП-то у них еще не видно. Оп, кейсик. И тут я начал шмалять, да-да-да. Привет, как раз забавно выглядит. Ой, всего-то 3 уклонения и зубы. А, подожди, это еще не он, походу. Он-то еще жив. Интересно, с игровых автоматов тоже монетки падают, если их сбить? Не, походу, только с банкомата. Криты. Блин, я так криты уже хорошо накачал. Год объем. 36 на 170. Кстати, удары уже сильнее и круче бьют, чем предметы окружения. Предметы окружения прям сильно прокачивать надо. Что скрыто? Гопники в шапках. В вадиках каких-то. Растяжка аж на 10% имба. Так, по-моему, я босса убил, а вон он кейс лежит. Надо забрать. Конечно, все мне зубы дают. 113, блин, опять. Я его очень долго убивал, чтобы получить с него не так уж много ресов, как будто бы клюв. Клюв ястреба берем. Метка счастлива.
счастливые монеты. Удачу. Блин, кий как будто прям сильный такой, по 600 аж дамажил. А вот здесь я возьму немножко регена. Вернись к флагу. Не, он откроется после забега. Это ж так обычно мета работает. Сейчас еще не должен. Ну, гитарка такое, как будто мы еще клюфестрима. Я там критую по 800 иногда обычными атаками, по-моему, да? Да, так-то и посильнее, чем оружием. Ту-ту-ту-ту. Да, крит какой-то темноватый, странный. Его надо было поярче сделать. Согласен. Просто выпало, ладно. Жаловаться не буду. Блин, синий удар. Ну, сочетание ударов прям тащит то, что появилась вот эта штука. Прям крутая-крутая. В мете удача есть. Ну, потом ее вкачаем обязательно. Еще целых две хилки. Кто-то бомбы какие-то кинул. А, Тяночка, иди сюда, подошла. Кстати, ренджевики прям мало хп имеют. Какая уже минута? Десятая? Надо 17, и потом, видимо, босс будет. Ну да, понятно, что они стоят где-то на дистанции, поэтому их надо обнаружить и дойти до них. Там как бы и сложность. На. Автомат мы, конечно, сломали, но с него ничего не выпало. До легендарного уровня бы один разок качнуть, да? Вот передний апперкот, например. Да, гопники в адиках мемные. А, вон он, чел ренжовый. Нет, он ушел. Меня, кстати, нормально так подблочили в этот раз. В прошлый раз я уходил из этого окружения, а сейчас... Джо огненный. Мне кажется, ли пока раскручивается оружие, у тебя автоблок, как на старом топоре в Хейдес? Не знаю, может быть. Да во время ударов тоже как будто есть какие-то фреймы. Как бы все замечаю, что в момент ударов тоже не особо прям урон мне проходит. Ту-ту-ру. Ну, прокачка супер линейная, типа ты набираешь просто один цвет и... Не-не-не, нет неуязвимости, я только что при прокрутке получил урон.
звуки ударов уже лагать начинают, когда не попадаю. Мастер боя. Не, давай лучше просто критический, хоть этот и более редкий. Додж. Рядом с хилочками желательно стоять. У синий радиус. Ну, уже хватит радиуса подбора. У меня, кстати, блока почти нет. Регенерация мне не супер нужна, потому что у меня тут хилки рядом лежат. Блин, ну как рядом? До них теперь добежать надо. Через врагов. Полумесяц. Апгрейд. Элитка есть. Сейчас посмотрю, где. А, во, привет. Блин, что-то бит совсем слабо бьет. 240, это что вообще такое? Труба, мне кажется, должна больно бить. 600, да. Да, да. 11 удар, 900 плюс крит. Ну вот да, типа. Мне лучше обычными ударами даже драться, чем оружием. Эх, хрен его знает. Стана, кровотечение, замедление. Просто возьмем. Оп, спасибо за ящик. 5 улучшений. Радиус удара, радиус объектов окружения, немножко критов, уклонений. 323 зуба. Кайф. Из Ева? Что? Оружие прокачивает мед-прогрессию, используй. А, ну да, там есть, надо использовать почаще. Так, четвертое улучшение. Горящий апперкотик. Хлыст. Не апперкот. А, тяночка сюда подошла. Ау. Ну, тоже четвертый уровень. Блин, надо как-то хилком пройти. На всякий случай. Мне кажется, сейчас, конечно, прохилюсь сам более-менее, но... Довольно далеко, оказывается. Почти до 6 уровня докачали одну атаку. И коробка лежит. Слушайте, я, наверное, даже на всякий случай прямо сейчас сажу. Блин, а где вторая? А. Ладно, она просто взяла и выпала резко из мобов. Изо. А, вот тут их вообще 3 лежит. По сути. Время мне осталось 2 минуты продержаться. Угу. Легкий, конечно, пока что. Очень легкий. Я поначалу говорил, блин, сложно, сложно, потому что приходится разворачиваться, попадать. Но сейчас появились вот эти вот комбинации ударов и просто какая-то дичь. А красные бы там... Типа... На самом деле, красный даже, наверное, все еще сильнее, потому что он там вокруг себя какой-то крутой удар делал. Красная комба. Куда-то вперед волну отправляет, а там...
Не знаю. А, у меня уже их особо не осталось. Зря это взял. Тем более, ходить планирую здесь. Ну, тяночки появились. Догоняем. С одного удара. Ду-ду-ду-ду. Наверное, когда откроют стороны Б, будет сложно выживать 30 минут, как в вампирах. Да-да, сейчас-то видите, типа, 17 минут надо выжить. Чисто такая, для легкой сложности. Распробовать игру, все локи потыкать. Просто сила, кайф. Ты чё за дед? Ай, криты. Кажется, или потом откроется вторая пол... А вот еще какой-то супер ультимативный удар, да, есть? Ой, враги прям перестали спавниться перед боссом, окей. В прошлый раз я не успел их убить. Ривзель. Победить босса. О. Бочки кидает. Ау, в смысле? У меня, кстати, есть кровоток от обычных ударов. На какой-то тычке... Ну, какой-то совсем слабенький. Ну, это у меня, конечно, урон жесткий такой, да, но... А, бутылки кидает. Ща я до тебя дойду. Бутылочник. На тебя... Блин, я в него хотел. Чемодан забрать? Там, а где, 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 где? Чего я... Ага, я не увидел вот этот ящик. Серьезно? Почему я такой слепой? Спасибо, 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 чат, спасибо. Да не увидел я. А, это же, блин, слот реально для оружия. До 6 уровня смогли качнуть. Это, наверное, какую-то ачивку даст. Типа, вот он. 4, 5, 6. А, ну, первый изначально есть. Ну, надеюсь. Грейт, не знаю. Не, подожди, не хватает. Все-таки надо 7, то есть не зря здесь столько точек. Эх, да, реально надо 7. Жаль, жаль. Уже вряд ли получится. Столько денег нет. Я, конечно, могу просто ходить челов убивать, пока этот бочки свои кидает. Сверх точку по приколу, походу. Не, может, просто в мете что-то еще откроется дополнительное. Здесь как бы здесь меты там навалены, именно анлочные меты, так-то немало. Блин, может попробовать хотя бы еще один уровень взять. Количество врагов нормально так растет. Нет, стой, дай мне левелап. Левелап-то пришел, но я не могу его уже потратить, потому что победа. Вот. Планируешь проходить до конца игрушку? Да как будто бы слишком простенько, не знаю. Конечно, интересно смотреть, как это совсем в лейт-гейм будет смотреться. Хороший завод, держи 1000 зубов, мешок зубов. Хорошая работа. Позволяет скользить под определенными препятствиями. Позволяет отталкиваться от стены, делать сальто. Блин, ну придумали здесь, конечно, кайфово. Превращает все удары в одну комбинацию, золотой лотос. И последовательность на 7 секунд. Всего по чуть-чуть. Давай пока не устанем проходить, но нам надо новинки. Много разных новинок смотреть. Она не простенькая, она с пятой сложной... С пятой локи нереально сложно. Так и сейчас-то простенько. С закрытой комнаты с при помощи флажка. Перекатываться через небольшие препятствия. Бабочка нанесла 223 тысячи урона. Ну, потому что большой радиус атаки. 70 тысяч гитарой.
Уже 17 минут в баре. После иногда играем. В ближайшее время они вряд ли закончатся. Ну, можно, можно попробовать хотя бы все 5 локаций посмотреть. Я думаю, что это можно. Удачи. Что за гадс? Вон открой течение. Дополнительный прыжок для энергетика. Забавно. Учение силы отталкивания. Мастер бросков. Микрошанс уклонения. Первая базовая регенерация. Игров на чуть-чуть скорости. Все по единичке по чуть-чуть качнул. Блин, надо было увеличить получение количества зубов. О, нет. А, кстати, убрать и вернуть нельзя, да? Подожди, а у меня крыша не открылась почему-то. Разблокирую 20 любых ударов. Вступи в сражение с боссом на крыше. Метро, одолей босса всех предыдущих уровней. Ну, понятно.